лекции у Дмитрия Львовича будет. 25 июня будет «Литература про меня» с Иваном Вырыпаевым. 20 июня лекция о Гребенщикове. И вот у нас еще вышел журнал, там где лекции Быкова, Черниговской, Лобковского, Колмановского. В общем, много всего интересного. А сейчас Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте все. Во-первых, с праздником. Все-таки день рождения Пушкина у нас до сих пор, хотя, слава богу, не выходной, и пока еще не повод для военного парада на Красной площади, хотя мы уверенно движемся в этом направлении. Но для нас с вами это, безусловно, повод, серьезный повод задуматься, потому что серьезной пушкинистики у нас нет. И именно в день рождения Пушкина уместно об этом сказать. Я с некоторым ужасом узнал о том, что Антон Носик, которого я тоже горячо приветствую, собирается транслировать все, что здесь сейчас будет происходить. А, ну да уж, двум смертям не бывать. Конечно, проблемы с российской пушкинистикой главным образом объясняются огромным отставанием России от Пушкина, отставанием историческим. Гоголь предрек, что Пушкин – это русский человек в том его развитии полном, каким он будет через 200, а может быть и 300 лет. 200 лет прошли, русский человек сильно откатился от Пушкина назад. Ему придется преодолевать это отставание, а, в общем, свойство живых организмов – это рост, поэтому деградация не будет вечной. Нам придется преодолевать это отставание еще очень долго. Нам придется преодолевать разночинский акцент в пушкинистике, мессианский, достоевский аспект пушкинистики. Придется как-то переваливать через 70 лет советского пушкиноведения, которое все никак не могло решить, был Пушкин декабристом или не был декабристом, как замечательно сказала Тамара Габбе о книге Милицу Василия Нечкина «Пушкина декабристы». А Пушкина нет, декабристов нет и растянуто на 800 страниц. Это довольно серьезное обвинение, но тем не менее, как бы то ни было, социологическая критика, марксистская критика тоже нам про Пушкина ничего не сказала. У нас есть очень немногие работы, такие как «Гершензоновская мудрость Пушкина», или некоторые разборы структуралистов, или некоторые тексты формалистов, например, Эхенбаума, например, Тынянова, которые кое-что позволяют прояснить. Но в целом для нас сегодня «Медный всадник» почти так же темен, как для большинства современников Пушкина, совершенно эту вещь не понявших и прочитавших ее, надо сказать, с большим опозданием. Главный пушкинский текст 30-х годов увидел свет со значительными купюрами и только после смерти автора. Я сразу хочу сказать, что мы говорить сегодня будем не только и не столько о «Медном всаднике», сколько о неосуществленном масштабном пушкинском романе, его главном труде 30-х годов, к которому «Медный всадник» имеет отношение касательное, и составлял бы он едва ли треть этого масштабного замысла, одну из его сюжетных линий. В целом же Пушкин в 33-м году, конкретно в августе-сентябре, находится на пороге создания огромной прозы, которая вместила бы весь его новый опыт и отрефлексировала бы два ключевых момента. Момент первый. После 1826 года, когда в первой декаде сентября Пушкину дана после московских коронационных торжеств известная аудиенция, и на этой аудиенции в Москве он выслушивает знаменитое «Мой Пушкин», ему следует как-то по-новому определиться. Определиться не удалось ни в стихотворении «Станции», ни в последующем самооправдательном, конечно, стихотворении «Друзьям», ни в текстах 31 года «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Пушкин нуждается в том, чтобы по-новому прояснить себе и современникам свой лоялизм. Позицию человека, который является единственным транслятором запросов общества к власти и указаний власти обществу.
Во время заморозков такая типологическая фигура, единственный выразитель чаяния, единственный контактер, присутствует всегда. Второй аспект несколько более серьезен. Пушкину в 30-х годах предстоит определиться с новым героем. Я знаю, что на лекцию об Онегине до сих пор обижено страшное количество кисейных барышень, в основном эмигрантского происхождения. Ну, просто эмигрантский писатель от российского отличается тем, что он не может сдержать своих чувств. Если российский иногда полагает возможным промолчать, это не самый вредный опыт, то эмигрантский немедленно пишет полемическую простыню, полную совершенно школьных глупостей. Вот как раз после Онегина был написан, ну, добрый десяток текстов в его защиту. О том, что Онегин на самом деле текучий характер, о том, что нельзя его определять как дурака, поскольку Пушкин говорит, безусловно, о своей с ним дружбе. Очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. В общем, Онегин многими оправдывается. Но позвольте уж мне стоять на моей точке зрения. Онегин – это типичный русский байронит 20-х годов, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Эти люди кончились. Кончилось, как мы знаем, время 20-х, время переломилось. По формулировке Тынянова, на очень холодной площади перестали существовать люди 20-х годов с их прыгающей походкой. Кто пришел им на смену? Новый герой, которого еще в станционном смотрителе Пушкин наметил себе впервые. Не то чтобы маленький человек, не то чтобы разночинец, но мещанин, как называет его Пушкин. Вот об этом новом герое, о чиновнике, своем соседе, как назван он в наброске романа Езерский, Пушкин собирается писать. Если главным персонажем 20-х годов был нахватанный, скептический западник, который был вечно празднен и мог себе это позволить, то героем 30-х годов становится бедный Евгений, новый Евгений. Маленький человек, мечтательный чиновник. И именно этому человеку Пушкин собирается посвятить свой новый замысел. Новый статус поэта и новый статус героя. Вот те два главных вызова, с которыми он сталкивается. Кристаллизация замысла у Пушкина всегда определяется несколькими внешними обстоятельствами, которые он, как человек суеверный, всегда приписывает руке промысла. Сходятся несколько лучей, и в перекрестье этих лучей возникает тема. В 1933 году Пушкин собирается вплотную заняться историей Пугачевского бунта, едет на восток сдвигается и вся тематика, и, собственно, вся география его странствий. И можно сказать, что сдвиг на восток и есть один из главных его метасюжетов. И вот 22 июля 1933 года из Парижа возвращается Сергей Соболевский, везя с собой четыре части стихотворения Адама Мицкевича, изданных в Париже. Первые три тома Пушкин откладывает, они ему в этот момент неинтересны. Четвертый он разрезает немедленно и весь, и переписывает для себя, пока в подстрочнике, с намерением приступить к переводу, три текста. Эти три текста – «Элегия Алешкевич», «Элегия о памятнике Петру Великому» и фрагмент «Друзьям-москалям», который у нас переводится как «Русским друзьям». Это из, простите, ради бога, сейчас мы его отключим, а вот мы его и отключили. Это из 20-е годы, это самый интересный европейский лирик, не говоря уже о том, что и эпические его попытки тоже Пушкина очень интересовали. Но главное, что это еще и отношение руссо-ненавистника, а Мицкевич, высланный из Литвы, с некоторым, я скажу, злорадством, и за наводнением наблюдает с некоторым злорадством, об этом позже. Пушкин же не то чтобы русофил. Очень трудно втиснуть мировоззрение Пушкина в какие-то рамки, тем более, что в это время еще русофилы и русофобы не разделились так окончательно. Но Пушкин, если говорить о его философии, очень редко дает Богу советы, как ему поступить. Очень редко указывает реальности, в какую сторону ей двигаться. Для Пушкина реальность есть данность. Он, как человек истинно русский, в значительной степени фаталист, о будущем он не гадает.
он может иногда огорчаться и даже негодовать, а может по-детски радоваться, но он не посягает на существующий порядок вещей. Для него это данность. Революция для него такое же, во всяком случае, для зрелого Пушкина, для Пушкина после 24 года, это такое же посягательство на ход вещей, как самоубийство. Но это как-то неблагодарно. Господь нам дал, давайте жить в том, что Господь нам дал. Пушкин вообще любит исходить из данностей, не любит свободного выбора. Для него аристократия прекрасна тем, что это предрассудок, что это изначально дано. Предки есть, надо ими гордиться. И в результате его мировоззрение отличается от мировоззрения Мицкевича, ну, примерно как буддизм от материализма. Материализм полагает, что надо все переделать. Буддизм полагает, что надо сидеть под пальмой и созерцать. Можно созерцать пальму, можно пупок, можно себя. Но надо благодарить Господа за то, что есть, и как-то в этом существовать, в этой данности. Поэтому отношение Пушкина и Мицкевича – это отношение довольно резкой полемики. Не говорю уж, конечно, о том, что когда Пушкин прочел целиком так называемый устеп, или отрывок, как это иногда переводится, то есть, скажем так, фрагмент, пристройку к третьей части блистательной поэмы «Дзяды», он увидел в этом очень резкое и прямое высказывание, адресованное ему самому. Ведь в стихах «Русским друзьям» или «Друзьям-москалям» уже содержится прямо сформулированное: «Может быть, в тот момент, когда я это вам пишу, кто-то из вас лобзает порог царя». Порог, да, это можно понять и так, как прямое высказывание в пушкинский адрес. «Может быть, в тот момент, когда я это пишу вам, моим бывшим друзьям, вы гордитесь своим рабством». Есть там и такие слова. И Пушкин тоже может это понять как абсолютно прямой упрек за Бородинскую годовщину и за клеветникам России. Потому что им место есть в полях России среди нечуждых им гробов. Уж как-нибудь эти слова дошли до прямого адреса. И как раз в это самое время, когда Пушкин уже признал усмирение польского восстания спором славян между собою, нет никаких оснований сомневаться в том, что упрек Мицкевича адресован непосредственно ему. А что же это за упрек? Вы кусаете руку, готовую сорвать с вас ошейник, ну, или, как в деликатном переводе Левика, ярмо, читаем мы непосредственно в финале Устепа. Конечно, Пушкин воспринял эти стихи как адресованные ему. Я не знаю, в какой степени верна гипотеза о том, что он собирался перевести Элегию Олешкевич. Весьма возможно, что собирался. Но он поступил, на мой взгляд, гораздо интереснее, гораздо, в некотором смысле, простите за грубое слово, креативнее. Он предложил свою версию тех событий, о которых рассказывает Мицкевич, и толчок, второй толчок к этим событиям после получения четвертой части собрания – это, конечно, 17 августа 1833 года. В этот день Пушкин выезжает из Петербурга, в обществе, кстати, Соболевского, выезжает сначала в Москву, оставив жену, страдающую грудницей, выезжает в день, который был отмечен в Петербурге как день очередного весьма опасного, весьма рискованного наводнения. И Пушкин пишет жене в своей манере следующие слова. Это широко известное письмо от 20 августа. «Милая жонка, вот тебе подробная моя одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост стоял дыбом, веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не вратился я на Черную речку». Тут язвительный потомок так и хочет сказать, что на Черную речку всегда успеешь. Но, тем не менее, этот символ тоже не случайно появляется в этом письме. Разумеется, бессознательно. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись. Я насчитал их с 50. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину. И я преспокойно высидел все это время. Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? Что, если я и это прогулял? Досадно было бы. Это классическое пушкинское сожаление о том, что он не поучаствовал в страшном событии. Пушкин любит страшное.
любит вообще стихию, любит за ней понаблюдать. А, но ты взыграл неумолимо и ставил твои корабли. Пушкин замечал эту черту и в Державине. Он говорил, что Державин без всякой необходимости повесил двух участников Пугачевского восстания. Верно добавлял он из пиетического любопытства. Здесь было то же самое пиетическое любопытство. Пушкина всю жизнь упрекают в цинизме, в том, что это холодная душа. Особенно упрекал его там, конечно, директор лицея Энгельгард, который всегда к Пушкину старался подойти с открытой душой. И сразу после дружеских объятий Пушкин начинал набрасывать на него карикатуру. Но что поделать, если он считался, если он ему казался человеком невеликого ума. Так вот, главная проблема пушкинского темперамента и характера заключается в том, что для него действительно поэзия выше нравственности, или, как добавлял в письме к Вяземскому, или, по крайней мере, совсем иное дело. Он очень жалел, что пропустил наводнение 24 года. Великое символическое событие, блистательный очерк, о котором составил Грибоедов, он особенно переживал из-за того, что не сумел об этом написать. А написать очень хотелось. Ему приходилось пользоваться известием Берга, на которое он ссылается в «Медном всаднике». Но личных впечатлений у него не осталось. Кстати говоря, первые мысли, первые слова о петербургском наводнении, которые Пушкин сказал еще по самым первым впечатлениям своего брата Льва, отвечая ему на письмо, тоже поражают некоторым цинизмом. Он пишет: «Слыхивал я, что в Петербурге у вас наводнение. Может быть, и к лучшему. Наконец, петербургские дамы подмоются». Невзирая на всю грубость этого замечания, можно понять досаду человека, который из любимого им города, символического для него города, выслан и пребывает в южной ссылке и не увидел самого интересного, как эту твердыню подмывает Нева. Правда, надо сказать, что уже полгода спустя Пушкин в письме к тому же брату Льву просит издать непременно «Братьев-разбойников» или, что возможно, любой отрывок, напечатать и деньги перевести жертвам наводнения. Да так смотри же, чтобы никто не узнал. Пушкин ненавидит публичную благотворительность и всячески избегает любых громких слухов об его участии в судьбе жертв петербургского наводнения. Но то, что пожертвование такое было, при его весьма стесненных в это время обстоятельствах, это факт общеизвестный. Следовательно, петербургское наводнение 24 года – это точка главных разногласий Пушкина с Мицкевичем, именно потому, что для Мицкевича, и страшно сказать, он оказался прав, это символическое событие, которое означает грядущий неизбежный крах империи. Пушкин использует это же событие для того, чтобы ответить Мицкевичу, и не то, чтобы опровергнуть его мысль, он ее не опровергает, а для того, чтобы ее бесконечно развить и углубить. Как строится схема по Мицкевичу? Вот элегия о Лешкевич, которая безумно Пушкину понравилась, вероятно. Но потому что это очень здорово сделано, действительно. Пушкин любит не просто страшное, Пушкин любит таинственное. И здесь есть что-то от мистического триллера в этой замечательной поэме, когда начинается она картиной поздней осени в Петербурге. Небо сравнивается с синим лицом покойника, обезображенным трупными пятнами. Любил он Петербург, ничего не поделаешь. И дальше двое друзей прогуливаются вдоль набережной, видят, как прибывает вода, но видят и то, что какой-то таинственный старик стоит у парапета и что-то тащит из воды. Ни утопленника, ни лодочный канал, канат тяжелый, а что-то непонятное, что-то черное и склизкое. Когда они подходят ближе, они видят, что он вытаскивает огромную толстую веревку с узлами, производит таинственные замеры и бормочет странные пророчества. Кто это? Это Алешкевич, тоже высланный поляк, который здесь занимается алхимическими и иными экспериментами. И он пророчествует об империи. А вот дальше два главных тезиса, которые Пушкин использует. Мы должны понимать, на самом деле, что идея «Медного всадника» – это идея подсказанная. И у Пушкина так очень часто бывает. В конце концов, и вся русская литература – это европейская лаковая перчатка, наполненная масластым русским кулаком, который ее, в общем, раздирает. Это европейская форма, европейский афоризм, европейское наблюдение меткое, которое потом руками русского гения выворачивается наизнанку. Два главных пророчества делает Алешкевич. Первое. Грядет великая буря,
Вторая, но не последняя, это второе самое большое наводнение за историю Петербурга, за одним числом пророчества Хлестевича. Вторая, но не последняя. И не скоро, но будет еще одна, которая разрушит этот город и эту власть. Это первое пророчество. Второе пророчество, которое представляется, наверное, еще более жутким, когда начнутся разрушения и когда начнет падать эта система, первыми пострадают наименее виновные. Вот это точка, из которой развилась впоследствии вся фабула Мирного всадника. В Лешкевиче это названо напрямую. Вторая элегия, ну, о третьей мы уже говорили московским друзьям, а вот вторая, памятник Петру Великому, это диалог Мицкевича с Вяземским. Вяземский интересная вообще фигура, и не здесь бы, конечно, о нем говорить, а сделать бы нам как-нибудь отдельную лекцию. Интересная фигура потому, что он в своем западничестве, в своем либерализме идет гораздо дальше Пушкина. Ему очень не нравится клеветникам России. Он считает, что это стихотворение пошлое, растянутое и клевещущее как раз на Европу, а не на Россию. Ахматова очень за Пушкина обиделась. Она говорила, всегда надо быть на стороне поэта. Вяземский прошипел у себя в тайных записках, а Пушкин сказал свое на всю Россию. Ну, вопрос, что сказал? Вяземский ведь отличается поразительной способностью. Да, он очень не любит русскую государственность. Да, он очень либерален и желчен в своих высказываниях. И это сохраняется у него всегда. И в ранние годы, когда он разомасец, и в поздние годы, когда он чиновник, и когда он государственник. Он к этой государственности всегда относится, неважно. Но в отличие от Пушкина, который побывал в двух ссылках и был убит в результате верховной, тщательно продуманной заговорческой комбинации, в отличие от Пушкина, Вяземский глубоко благополучный человек. Любезный Вяземский, поэт и камергер, Василия Львовича, узнал ли ты манер? Так некогда письмо он начал камергеру. Пожалуй, от меня поздравь княгиню Верну. На заднице твоей золотой сияет ключ. Вот это действительно ключ-то сиял. Вяземский все-таки очень недурно устроился, невзирая ни на что. И хотя это именно он описан у Мицкевича в памятнике Петра Великому, хотя именно Вяземский был конфидентом, другом Мицкевича в это время. Но не будем забывать, что Вяземский, предрекающий конец этой империи в стихотворении, он как раз с этой империей, в отличие от Пушкина, очень успешно сосуществовал. Лояльный Пушкин, вот в этом главный парадокс. Лояльный Пушкин был для этой империи, и конкретно для Николая, гораздо страшнее, гораздо опаснее, чем нелояльный Вяземский, чем вся придворная оппозиция вместе взятая. Потому что Пушкин никогда не знает, что скажет. А что скажет Вяземский, как правило, понятно. Это не значит, что Вяземский плохой поэт или дурной человек. У него есть гениальные стихи. И он блистательную записную книжку нам оставил. И такие стихи, как «Жизнь наша в старости, изношенный халат» заставляют и сейчас пролить слезу над его старостью. Вяземский прожил огромную жизнь. Он родился за 8 лет до Пушкина и умер, когда 8 лет было Ленину. Но при всем при этом, нас не должно обманывать то, что именно Вяземский сделан конфидентом и собеседником Мицкевича. Потому что в этом разговоре прочитывается одна мысль, очень актуальная для сегодняшнего дня и многими высказываемая сегодня. Вот если бы не прямая трансляция, не было бы нужды прибегать к эзоповой речи. Но будем считать, что нас никто не слушает. Сегодня ведь тоже очень многие говорят, а будет хуже. Да, это все рухнет, конечно. Да, это очень все плохо. Да, это устроено бесчеловечно. Но подождите, когда это рухнет, тогда настанет катастрофа. И Вяземский в памятнике Петра Великого, вот этот русский собеседник, он же говорит как раз совершенно откровенную вещь. Он говорит, да, сейчас империя окована в лед. Да, при первых лучах солнца этот лед растает, но лучше ли будет? Ведь этот водопад низвергнется на нас, низвергнется на наши головы. Это прочитывается там совершенно отчетливо. Как раз ответом на мысли о грозящей катастрофе становится рассуждение Пушкина. Есть набросок, незаконченный, недоработанный, довольно лицемерный, в котором Пушкин отвечает на письмо русским друзьям. Он между нами там жил, и, соответственно, мы его считали другом, а вот теперь он исходит желчью. Господи, пролей там елей на его душу.
Это в беглом прозаическом пересказе этого эскиза. Конечно, он очень, как бы сказать, фальшив. Умолять, чтобы кто-то смирил метущуюся душу Мицкевича, это ничем не лучше, чем призывать мир на метущуюся душу Белинского, когда Гоголь пишет свой чрезвычайно лицемерный и фарисейский ответ на знаменитое письмо. Конечно, Пушкин обиделся, но было чувство более глубокое, чем обида. Он желал показать, как все обстоит на самом деле. И вот именно ответом на памятник Петру Великому, который к тому же еще и по ответам, который подстегнуло к тому же наводнение 1933 года, был написан в Болдине «Медный всадник», одна часть пушкинской трилогии об ожившей статуе. Впервые эту трилогию проследил Якобсон, знаменитая статья о просожившей статуе в творчестве Пушкина. И там, как вы знаете, этих текстов три. «Каменный гость», «Медный всадник» и... Кто? Я знаю, это любимый прием школьный, да? Когда аудитория заснула, надо задать вопрос. И «Золотой петушок». Вот это три оживших пушкинских статуи. Метасюжет, сквозной сюжет этой истории, и Якобсон начерчивает так. Главный герой жаждет обладать сокровищем, чаще всего женщиной, которая принадлежит статуе. После того, как статуя, раздразненная героем-бунтарем, оживает, женщина исчезает. Якобсон очень подробно рассматривает эту коллизию, рассматривает все три текста, и, конечно, они находятся в прямом родстве. К ним добавляется еще, можно сказать, четвертый текст, эту переписку Пушкина по поводу «Медной бабушки», знаменитой статуи, которую он пытается куда-то пристроить. И, пожалуй, эпилогом этого текста служит замечательная пьеса Леонида Зорина «Медная бабушка». В некотором случае лучшее, что написано о Пушкине в российской драматургии. Но, конечно, все три текста роднит одно. Герой раздразнил статую. Герой раздразнил мироздание. И погиб, потому что мироздание на то и мироздание, что оно статично. И нарушать его хода никому не дано. Статуя приходит и мстит. Пушкинский сюжет очень часто интерпретировали в советское время чрезвычайно далеким от пушкинского замысла образом. Я еще помню, как нам навязывали в советских школах. Слава богу, у меня были хорошие учителя, но я бывал и на других уроках. И я хорошо помню, как нам тогда объясняли суть «Медного всадника». Петр построил город в том месте, где бывают наводнения. В результате гибнет бедный Евгений и его параша. Следует ли так понимать, а многие так и понимали, что Пушкин от лица бедного Евгения предъявляет претензии Петру? Из-за одного Евгения и его параши предъявляются претензии к человеку, который пробил окно в Европу и выстроил великий, крайне любимый Пушкиным город. Город символический, летний сад, мой огород. Это место, где Пушкин чувствует себя дома, потому что это дом Петра, это город, выстроенный Петром для таких, как Петр. Замечательная формулировка Петровского в беседе с Лукьяновой. Сильный город, построенный сильным человеком для сильных людей. Ничего не поделаешь. Это такой город, построенный для таких, как Пушкин и Петр. И в этом метафизическом городе Пушкин чувствует себя на месте. Это единственное место, где он действительно органичен. Он никогда в жизни не поставил бы вопроса так, отвечает ли Петр за судьбу бедного Евгения. Конечно, нет. Более того, огромная составляющая, больше трети основного текста вступления, оно имеет, ну, фактически это самостоятельная часть. Это, безусловно, ода городу, и только ее Пушкин, кстати, смог при жизни напечатать. Там все сказано. «Красуйся, град Петров, и стой! Мяка любима, как Россия, да умириться же с тобой!» И покоренные стихи. Все на самом деле абсолютно точно названо своими именами. «Да умириться же тобой» этой стихи. Но в этом-то, собственно говоря, и главная коллизия пушкинской мысли в это время, что между стихией и гранитом, между городом и болотом,
существуют чрезвычайно сложные отношения. И проблема заключается в том, что раз в 100 лет это болото обречено бунтовать. Надо вам сказать, что картина наводнения, даже по метафорам, даже по ритму, даже по деталям, очень совпадает с картиной бунта, каким мы знаем ее по истории Пугачевского бунта и, главным образом, по капитанской точке. Осада, приступ. Злые волны, как воры, лезут в окна. Да и уж не говорю о том, что пучись ветром от залива, порабощенная Нева обратно шла, гневна, бурлива и затопляла острова. Вот это чистая картина народного бунта, как понимает его Пушкин. Не приведи Бог увидеть русское наводнение бессмысленное и беспощадное. Бунт и наводнение – это реакция стихии на гранит. Никаких других способов взаимодействия с этой стихией гранит не знает. Более того, он их и не ищет. Народ по Пушкину – это не субъект истории, это не ее хозяин, это стихия. И поэтому царь говорит: с Божьей стихией царям не совладать. И царям действительно не совладать с бунтом. Когда происходит бунт, он сносит царство обязательно. Оно неизбежно гибнет в результате очередной смуты, как гибло и возрождалось оно после смутного времени, как гибло и возрождалось оно в 17-м году, и Пушкин прекрасно предвидит это. Он понимает, чем кончится этот триумф города. Но понимает он и то, что на болоте этот город не мог выглядеть иначе. Происходит неизбежное. Божья трагедия. Трагедия, которую человек отменить не в силах. Раз в 100 лет природа бунтует против человеческой воли. Болото вступает в поединок с гранитом и раз в 100 лет побеждает. Но мысль пушкинская, глубокая и страшная мысль, мысль, которую он уловил у Мицкевича и подхватил, и гениально развил, та, что гибнет при этом невиновные. А кто гибнет в самом деле? Там есть же замечательный такой намек. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Почему тут возникает Хвостов? Да по очень простой ассоциации. Когда в 1931 году Пушкин узнал о смерти Дельвига и тотчас после этого увидел старого, живого, невредимого графомана Хвостова, он пишет, кажется, на Щукину: «Я еле удержался, чтобы не закричать: зачем ты жив?» Вот так и здесь. Все умерло, а граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уже поет бессмертными стихами. Валялись сотни крав, ноги кверху вздрав. Это все уже происходит. Да? В этом-то, собственно, Хвостов ни в чем не виноват. Он добрейший души человек. Просто тихий графоман. Но вот выживают как раз ничтожества. А гибнут наименее виноватые и наиболее симпатичные. Безумца моего Пушкин называет Евгения своим. Да? Но, естественно, Евгений не просто гибнет в результате этого наводнения, не просто символизирует собою невинную жертву. Здесь есть еще и глубочайшая внутренняя линия. Потому что Евгений раздразнил статую. И Пушкин, конечно, в этом образе имеет в виду и себя. Потому что тот государство истукан, о котором впоследствии говорил Пастернак, он повернул голову в ответ на пушкинское «ужо тебе» на удовольность, на деревню, на то, что Пушкин наводнил всю Россию возмутительными стихами. И в некотором смысле это довольно мрачная автобиография. Это прямой ответ Мицкевичу. Ты думаешь, что я лобзаю порог царя? А я в это время бегаю по Петербургу, и за мной скачет истукан. И во всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым грохотом скакал. Это, кстати, у того же Пастернака было замечательно сформулировано. Простите, Берестов, я не прочел вашу книгу стихов, но я сейчас никого не читаю и не вижу разницы между вами всеми. У меня сейчас роман с танком. Я ему улыбаюсь, а он на меня едет и стреляет. Вот это великолепная формулировка. Роман с танком – это то же самое, что поиск спасения от медного всадника. Потому что как раз второй сюжет, помимо сюжета о наводнении, о бунте болота против гранита, второй сюжет «Медного всадника» – это сюжет о бедном Евгении, который раздразнил «Медного всадника». А вот почему «Медный всадник» так на него отреагировал – это действительно существенная тема. У Нонна Слепакова было знаменитое стихотворение.
Вспоминаю несчастный безумец, что-то вякнул кумиру в сердцах, и спасаться спешит, образуясь в раскоряченный, сплющенный страх. Но зачем триумфатор надменный так спешит растоптать червяка, что скакун задыхается медный, тяжело раздувая бока? Знать, какое-то общее лихо приковало железным концом к драной пятке бегущего психа взгляд кумира с зеленым лицом. Знать, бессилие всесилию ровня так и сводят друг друга с ума. Бег постыдный, постыдная ловля. Хорошо хоть не Настя и тьма. Вот здесь у Пушкина есть самая страшная на самом деле догадка. Да, медный всадник обиделся на Евгения и поскакал, услышав уже о тебе. Но почему он поскакал? Почему они так роковым образом связаны? Да потому что маленький человек бывает страшен в своем безумии. В здравом уме никакой Евгений не сказал бы «добро, строитель чудотворный», это говорит сумасшедший. Но утратив последнее, в безумии он может оказаться страшным. Появляется другой сюжет о маленьком человеке, который страшно мстит государственности, правда, уже в посмертном своем бытии. Год спустя пишется повесть Гоголя. Конечно. Как говорил Холмс, все становится так просто, когда вам это расскажут. Да, конечно же, нет. История о том, как маленький человек в своем посмертном бытии начинает страшно мстить значительному лицу. Глубокая, точная догадка Пушкина в том, что Евгений не вечно будет маленьким человеком. В какой-то момент ни в чем не повинный Евгений может для медного кумира оказаться пострашнее, чем любой дворянин, чем любой декабрист. И вот эта догадка в «Медном всаднике» тоже присутствует. И это, если угодно, тайная угроза, потому что Пушкин намекает, что если отнять у него последнее, он тоже со своим лоялизмом довольно быстро распростится. И это в «Медном всаднике» прочитывается. Нельзя не сказать, конечно, о том, что «Медный всадник» — только часть чрезвычайно масштабного замысла, который Пушкин предполагал сначала изложить в стихах, Онегинской строфой. Езерский так и начинается. И, кстати, первая сцена Езерского – это будущий эпизод из «Медного всадника», когда Евгений дождливой ночью возвращается к себе, мечтает о браке. Вот так же в канун большой непогоды Езерский сидит у себя в кабинете, и Пушкин излагает его родословную. Излагает ее иронически. Тогда он возводит его еще к мелким дворянам, не забывая добавить, что сегодня демократическим копытом аристократического льва легает и осел. Вот куда зашел новый век. В этом смысле появляется вторая, помимо наводнения, очень важная тема «Медного всадника», а именно уже то есть Езерского, а именно уже упомянутая тема сдвига, тема появления нового героя. Герой-дворянин, герой-аристократ ушел со сцены. Выдвинулся мелкопоместный дворянчик или вовсе разночинец. Человек, который уже вынужден выбирать, потому что предрассудки, как пишет Пушкин, стали смешны. Потому что аристократия выродилась окончательно. Потому что пришла новая эпоха, в которой действует новый герой. И вот это второй узел романа, узел истории Езерского, который должен был завязаться и каким-то образом в дальнейшем своем развитии, может быть, вобрать судьбу бедного Евгения. А связывать воедино все темы должна ключевая фигура, фигура импровизатора. И вот это самое, пожалуй, неожиданное и самое интересное. Пушкин все время держит в голове Мицкевича. Мицкевича врага, Мицкевича соперника, Мицкевича единственного равного, гениального импровизатора. И поэтому неожиданно возникает в Езерском замечательная тема, которая впоследствии ляжет в основу египетских ночей. Тема о том, что поэт волен сам выбирать темы для своих сочинений. И ведь эта тема в Езерском появляется как ответ на потенциальную претензию читателя. Зачем вы в качестве главного героя взяли разночинца? Почему это ваш сосед, а не герой, не кумир?
Зачем крутиться, ветер во враге подъемлет, пыль и сор несет. Там я сейчас, естественно, сбиваюсь, да? Меж тем, как судно в тихой влаге его чего-то сильно ждет. Ну и так далее. Я уж не буду лазить лишний раз в интернет, чтобы вам это прочесть дословно. Зачем арапа своего «Младая любит Дездемона»? Помните этот фрагмент? Да, за тем, что ветру и орлу, и сердцу дела нет закона. Гордись, таков и ты поэт, и для тебя условий нет. Все мы помним, уж благодаря фильму Швейцера точно, каким образом Пушкин впоследствии использовал этот фрагмент. Как раз, когда импровизатор приходит к Чарскому, чувствует он уже приближение Бога, приходит, кстати, надо сказать, что здесь Пушкин изобразил Мицкевича со всей мерой доступной ему мстительности, но это, конечно, и нужно потому, что импровизатор ведь действительно волшебно преображается. Нужно показать это преображение жалкого итальянца, который до этого так робко ловит мешочек с монетами. А это действительно человек, который в обычной жизни больше всего напоминает нищего, бродягу. Подчеркнуты семитские черты в облике Мицкевича. Мицкевич, кстати, по матери еврей, но Пушкин, может быть, этого и не знает, и никакого особенного антисемитизма не демонстрирует, но важно, что импровизатор сначала принят Чарским за жида. После этого как раз нас поражает бледный лоб, вдохновенное лицо, подъятые волосы, и здесь начинается вдохновенная импровизация. Но все мы помним, что фигура импровизатора должна была переключать сюжет на совершенно другую историю, на Клеопатру и ее любовников. Та тема, которая впоследствии, в 1934 году, Пушкиным серьезно владела. Когда он собирался писать свой большой роман, он начал отрывок «Гости съезжались на дачу». Ахматова считала его законченным, боюсь, что к этому достаточных оснований нет. Фрагмент о Клеопатре и его любовниках должен предварять историю Вольской, петербургской красавицы, тоже новой героини. Очень интересно, что Пушкин всегда в женских образах выводит портрет своей души. На смену смиренной и кроткой Татьяне, законопослушной, сдержанно страстной, всегда меланхоличной, приходит светская женщина 30-х годов. Искушенная, развращенная, жонглирующая чужими жизнями и, главное, готовая на страшный эксперимент. Ведь тема Клеопатры и ее любовники как раз для того и дана, чтобы развернуть этот сюжет в жизни. Вольская ценою жизни предлагает купить ночь с ней. И это очень интересный новый изгиб темы. В романе таким образом должны были соединенные фигуры импровизатора сойтись две главные темы, мучающие Пушкина. Тема обреченной государственности, которая в результате наводнения, ну если не гибнет, то шатается. И одновременно тема игры со смертью, тема игры с судьбой. Потому что, вот здесь я рискну продолжить, как могла бы развиваться пушкинская мысль, потому что в условиях, где ничего не решает частная воля, все решает фатум. И именно этот фатум, правящий жизнью и смертью, может в какой-то момент поспорить с железной государственной необходимостью. Что остается делать людям 30-х годов, у которых нет больше ни политики, ни общественной жизни, да в известном смысле литературы? Им остаются вот эти страшные садомазохистские игры, сексуальные игры со смертью, которые и являются единственным времяпровождением людей, живущих в гранитном городе на болоте. Это могло создать потрясающий портрет 30-х годов. Но так случилось, что свой главный прозаический роман Пушкин не дописал, оставив нам реализованную единственную его часть, часть, касающуюся медного всадника. Естественно, возникает вопрос, а как же развивается тема гранита и болота в наше время? Следует ли нам, грубо говоря, ожидать очередного наводнения? Нет, не следует. Дело в том, что уже предсказанное Орешкевичем сбылось. Империя-то, в общем, уже рухнула. И водопад, скованный морозом, уже протек благополучно. Самое ужасное, что вот то болото, куда он стек, это болото уже совсем другого качества. Да и тот гранит, который на нем стоит, это, в общем, уже железобетон. И даже и бетон-то, в общем, не очень тоже качественный, уже во многих местах потрескавшийся. Тема противостояния гранита и болота выразилась, да, завершилась неким, как всегда бывает в диалектике, синтезом. Неким гранитным болотом или болотистым гранитом, в котором никакого движения нет, которое обречено исчезнуть просто потому,
что и болото так себе, и гранит некачественный. С ужасом приходится признать, что коллизия медного всадника для нашего времени уже не актуальна. А, собственно, та же Слепакова написала в 70-м году к столетию Ленина поэму «Монумент», последнюю петербургскую повесть, в котором вместо Евгения был диссидент, а вместо медного всадника Ленин на финляндском вокзале. А, ты в октябре как раз туда качнул страну, делец отважный, несостоявшийся присяжный, поверенный. Твои года прошли декретно, чрезвычайно, и знаешь, это не случайно, что под тобой взамен коня, машины, мертвая броня, покорным скульптором в металле воплощена. Живая стать с тобой вяжется едва ли. Тут медный всадник должен стать великим медным пешеходом, так он понятнее народом, как будто свой, а не достать. Евгений говорил без гнева, но с едкой живостью. Он был течением своего напева подхвачен и свободно плыл, покорно отдаваясь речи и все же прислушиваясь к ней. Чем же кончает этот диссидент у Слепакова? Он залезает к подножию памятника и спасается в его тени. Это пророчество оказалось куда более верным. Пока бушует себе стихия, тоже уже довольно сомнительного качества, Евгений прячется у подножия нового пешехода, у подножия нового памятника, потому что там ему комфортнее всего. Собственно говоря, все российское диссидентство как раз и укрывается сейчас у подножия государственности. В этом и заключается главная трагедия эпохи. Что же будет дальше? Дальше, по всей видимости, этот болотистый гранит будет все дальше и дальше плесневеть. А что возникнет на его почве, что будет построено на этом зыбком фундаменте, мы пока не знаем. Мы знаем только то, что главный конфликт петербургской культуры закончился. И можно, наконец, с полной уверенностью сказать, что «Медный всадник», тема, законченная им, русской культуре закрыта. Поэтому пора, наконец, не боясь назвать вещи своими именами, сформулировать эту тему. В отношениях гранита и болота не может быть взаимопонимания. Есть только 100 лет угнетения и раз в 100 лет бессмысленный, беспощадный бунт. Думаю, что Мицкевич, прочитав поэму, не обиделся на эту невинную коррекцию. Вот, собственно, то, что то мрачное и очень, к сожалению, безысходное, что я хотел сказать. А если у вас есть какие-то вопросы, то давайте. Дим, скажи, пожалуйста, эволюция образа героя лирического у Пушкина. Просто мне кажется, что, например, Евгений Онегин и Евгений из «Медного всадника», они, в принципе, одинаковые слабаки, только один на лабутенах, а другой без. Это хорошая мысль насчет лабутенов, конечно. Нет, один демон, а другой червяк, и то, и другое не очень хорошо. Я хочу сказать, что такой лестный автопортрет «Зеркало мне льстит» у Пушкина всегда осуществляется в женском образе. Это извечная русская традиция описывать себя женщиной, чтобы уж точно на тебя не подумали. А Евгений Онегин ни в коем случае не автопортрет. Это тогдашний герой эпохи, который Пушкину неприятен. Герои новой эпохи вызывают у него скорее сострадание. Но Онегин, какой же он слабак? Он убийца, он демон, он погубитель душ. Он пародия, конечно. Но пародия вредная и опасная. А что касается бедного Евгения, то он-то как раз не пародия. Но он, удивительное дело, обретает черты смельчака и бунтаря либо в безумии, либо после смерти. И вот это как раз самая опасная догадка. Это же касается и нас с вами. Многие говорят, когда же, наконец, россияне перестанут терпеть? Ответ очень прост. Когда сойдут с ума или умрут. И то, и другое недалеко. Дмитрий, добрый день. Да. Подскажите, пожалуйста, когда кончается поэма «Медный всадник», насколько я понимаю, Евгений погибает на пороге того дома, который смыло. Да. И как же он его нашел?
Ну, послушайте, там вполне естественно, что фундаменты каких-то домов, какие-то остатки былых строений остались. У порога нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили, ради бога. Ну, это, в общем, вполне можно себе представить. Потому что, ну, и потом, понимаете, человек же тоже немного животное, а животное всегда чутьем находит место, где оно было счастливо или где оно родилось, и приходит туда умирать. Это тоже очень важная такая животная, априорная, непобедимая черта. Умирать на собственном гноище, на собственной блевотине, как сказано в Библии. И я не хочу сказать, что это достойная смерть. Да? Это скорее такая смерть всепримиряющая, похоронили ради Бога. Но, безусловно, в пушкинском варианте это предвидение скорой собственной гибели. Потому что безумец, раздразнивший статую, это Пушкин 22-го года. Или того же 24-го. Да, уж. Дмитрий Львович, большое спасибо за лекцию. Вам спасибо. Скажите, пожалуйста, образ народа как стихии, трактовка народа как стихии, это, с вашей точки зрения, перекликается с дубиной народной войны у Толстого? Или это совершенно разные? Нет, конечно, это одно и то же. Но просто... То, что Пушкина ужасает, то Толстого восхищает. Потому что для Пушкина стихия, она и прекрасна, и страшна. На нее хорошо смотреть с берега, но горе тому, кто в нее попал. Взгляд Пушкина более объективистский. У Толстого такой, во всяком случае, в 60-е годы, ну, еще это восходит даже к 50-м, к рассказу «Три смерти», у него такой взгляд на вещи, что чем меньше у человека ума, тем лучше. И стихия, она прекрасна именно потому, что она не рассуждает. И главная задача человека – это избавиться от границ своего «я», слиться с другими каплями, помните, вот эти капли во сне Пьера, чтобы полнее отражать Бога. И вообще самый правильный человек – это Платон Каратаев, который утром не помнит, что он говорил вечером, и который, когда он умирает, даже не обязательно смотреть в его сторону, потому что он уже не человек, он уже свои границы потерял. Почему Пьер не смотрит, слышит только, как взвизгнула лиловая собачонка? Потому что для Пьера Каратаев это не человек, не что-то, ограниченное границами бытия. Это что-то уже почти душа. И поэтому Толстой, он очень любит дубину народной войны именно за ее абсолютную бессознательность, за то, что у нее нет сознания своего «я». А она вот принялась гвоздить со всей грозной величественной силой, да, и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие. Французы здесь носители эго, носители «я». Все они безумно заботятся о своем «я». Это касается и Даву, и Наполеона, и всех касается. И это ужасно скучно. А вот надо быть как Пьер, который свое «я» утратит, да? меня, мою бессмертную душу. Вот очень хороший вопрос. Почему именно на Пушкина так много карикатур в Фейсбуке? Пушкин на велосипеде, Пушкин на вечеринке. Это такой наш способ его одомашнить, его приблизить. Я могу это объяснить. Понимаете, мы Пушкина все боимся. Пушкин сказал про нас несколько вещей, с которыми нам еще жить и жить. И в нынешнем состоянии не так-то нам легко на эти все вещи реагировать. Потому что... Ну, как вам сказать, Пушкин – это действительно такое зеркало русского духа. А готовы ли мы себя увидеть в этом зеркале? Я думаю, что нет. И поэтому мы рисуем его на велосипеде или создаем, как гениальный Габриадзе, альбом «Пушкин за границей» с текстами Битова, «Пушкин в Испании», «Пушкин в Париже». Нам очень приятно видеть Пушкина, как сказал Синявский, на тонких эротических ножках. А видеть вот ту твердыню духа, которая взяла и вырезала все русские черты – нам довольно страшно, тем более, что и ведь все русские ошибки этот человек тоже умудрился сделать. Когда он в 1936 году кричит Сологубу «Я уйду в оппозицию!» и не понимает, что оппозиции никакой уже нет, это тоже, в общем, его глубокое заблуждение. И мало ли у него было таких заблуждений. Мы любим Пушкина, поэтому мы можем позволить себе сказать, что «Клеветникам России» – это плохое стихотворение. Ну, плохое чисто литературное, риторическое, да? Как замечательно сказал Писарев, напрасной надежды забросать Европу ворохом риторичных растянутых стихотворений. Это хорошо сказано, но ничего не поделаешь, это риторика.
У Пушкина были свои ошибки, великие ошибки, у Пушкина были великие заблуждения. И Пушкин в этом смысле абсолютное наше зеркало. Я глубоко презирал мое отечество, но мне досадно, когда это чувство разделяет со мной иностранец. Я сам про свое отечество могу говорить все, что угодно. А другому, если кто скажет про отечество, я морду разобью, это тоже абсолютно наше. Да? Я глубоко презираю нашу историю, но я бы не желал иметь никакую другую историю. И в конце концов, это ведь мы, помните, у Тарковского в зеркале цитируется именно это письмо Чаадаеву, ведь это же мы задержали монголов, да? Это тоже, вот мы всю жизнь спасаем Европу. И эти все лозунги мы слышим и сейчас. Пушкин – это все, что есть в России, все хорошее и все безобразное, что в ней есть. И все это изложено очень хорошими стихами. Именно это одна из причин того, что Россия всегда такой будет. Уж больно она красиво описана. Уж больно красивая природа прикрывает все это. Ну, ничего не поделаешь. Вот тоже хороший вопрос. Как вы относитесь к цитате в лондонском метро? Ну, имеется в виду знаменитая цитата, когда, значит, там русскому человеку, подумаешь, сколько пустых и бесполезных слов, русскому человеку они даром не нужны. Мне очень приятно вообще, когда цитата из русского классика появляется где-либо вне России. Это всегда хорошо. И абсолютно не важно, что из Тургенева процитировано. Даже если бы так висело клеветникам России, меня бы это все равно обрадовало. Да? Сплошной щетиною сверкая не встанет русский язык, да? Или от Китая до стен недвижного Кремля. Здесь у меня, как у Пушкина, глубокая гордость. Всегда, когда они на нас обращают внимание. Да, и всегда, понимаете, вот это ведь и во мне сидит. И в Толстом это сидел, например, простите за аналогию. Когда к Толстому приезжает в 1904 году, приезжает корреспондентка немецкая, начинает его расспрашивать, что он думает о русско-японской войне. Толстой говорит, всякая война есть зло. Всякий патриотизм есть, оправдание грехов своей родины. Она говорит, а допускаете ли вы войну между Германией и Россией? Что? Германия? Это ничтожество, которое вообще не имело еще недавно своей государственности, против огромной России с ее традицией, с ее народом. Что вы говорите? Впрочем, патриотизм есть чувство дурной времени и так далее. То есть, это, понимаете, вот это в нас сидит, и ничего с этим не поделать. А и Пушкин это сделал, да, с нами, и поэтому... Вот это, кстати, забавная вещь тоже, особенно приятно об этом сказать при носике. Это почему вот это еще так неискоренимо, что русские несут с собой это чувство везде, куда бы они ни поехали. В Америке ли они оказываются, или в Израиле, они тут же немедленно выстраивают тот же патриотический дискурс. Да, мы плохие, мы бедные, мы несчастные, и все-таки мы лучше всех, и сейчас всем покажем. И я вам больше скажу. Вот то, что Макфол сегодня сказал, что Россию надо обуздать, это он тоже набрался этой непримиримости у нас. Вот он пожил здесь послом, да? Макфол очень набрался русского духа. И теперь транслирует его в американцев. И в конце концов, ведь, понимаете, Михаил Веллер вспоминает, что когда он поехал навестить приятеля в израильской армии, он чуть не заплакал от радости, увидев там вырезанную на стволе надпись «Спасибо армии родной, звездой накрылся выходной». Это, да, несем в чужие страны. Да, пожалуйста. Если все, то, честно, пойдемте уже, да? Потому что я даже могу сказать, почему. Приехал великий специалист Александр Жалковский. Да ладно. Он тоже скоро у нас будет выступать. И он, значит, страдает от тяжких болей в спине. И так случилось, что человек, который может его исцелить от этих болей, врач, и я, который повезет этого врача, находимся сейчас в этом зале. Пойдем же быстрее облегчим страдания Жалковского во славу Пушкина. Спасибо. Сейчас еще маленькое объявление. У нас появились новые диски Зубова Андрея Борисовича. Вот только что вторая часть дисков вышла. И 30 июня, 1-2 июля будет курс Дмитрия Быкова для детей. В лектории «Прямая речь». Антон?